Кокс, Икс, Лекс. Перед тем, как начать наше выступление, мы бы хотели вам кое-что рассказать. На одной сессии Энтрума у нас было задание купить бутылку. У других неважно. И мы купили не простую бутылку, а она волшебная. Эту бутылку мы купили у нашего будущего ментора. И она заключается в том, что один глоток — это одно желание. И у нашей команды сейчас одно желание. В нашем регионе урок человековедения проводится на эстонском языке, и поэтому многим русскоязычным ученикам трудно понять учебный материал и также решение жизненных ситуаций, которые могут возникнуть в их жизни. Такие как, например, проблемы в школе, дома, в обществе, здоровый образ жизни или компьютерная зависимость. Название нашего стартапа «Довладида». Мы из Нарвы и Довирума, и лаборатория, в которой мы проходили инкубацию, это «Элустиль». Состав нашей команды состоит из 5 человек. Диана — это руководитель стартапа, Дарья — редактура и помощь в съемке, Владлена — сценарист, Дарья — актер и наш замечательный ментор Карен Куймат. Мы предлагаем учебное видеопособие на урок человековедения. Это будет цикл видеоматериала, который будет полезен не только учителям, но и ученикам. Мы предлагаем это родителям и школам. Учебное видеопособие поможет ученикам посмотреть на себя со стороны, лучше понять учебный материал, а также предотвратить сложные жизненные ситуации. Этот материал дешевый, доступный и качественный. Клиент платит за диск с видеоматериалами. Стоимость одного такого диска — 5 евро и 50 центов. На сегодняшний день у нас уже снят первая часть видеоматериала. У нас составлено 3 сценария. У нас также есть сайт с информацией о нас. И сейчас мы занимаемся рекламой нашего товара. И также у нас есть идея озвучить на нескольких языках, чтобы увеличить количество пользователей. Ведутся переговоры с несколькими потенциальными нашими клиентами, которые уже готовы купить товар. Мы также хотим продолжить и усовершенствовать съемку нашего материала. И есть интересные идеи, которые хотим воплотить в реальность. Энтрум научил нас работать в команде. Мы научились не бояться наступать на сцене и не бояться просить помощи, если нам чего-то непонятно. Также Энтрум научил нас быть более самостоятельными и более уверенными в своих силах и способностях. Спасибо. Спасибо. Palume peažürii küsimused meeskonnale Довладида. Извините, я не очень поняла. Это игра, настольная игра, я поняла? Видеопособие. Видеопособие. Окей. И как она реально помогает в учебе? Я поняла, что реально в школе. Это как-то связано с учебной программой школы или как она построена? Как эти материалы выбираются? Да, это построено на учебниках, то есть это от 6 по 8 классы, и это по учебникам идет. То есть мы берем темы из учебников на основе информации, которая в учебнике. Катрил, или как скажем, копа. Да, я хотела спросить, а кто точно тогда эти люди, кто там объясняют на этих видео и учебных материалах для детей? Кто они тогда? В этом учебном видеоматериале я как бы представлен наглядный пример, то есть какой-то ситуации. То есть, например, если компьютерная зависимость, мы пишем сценарий, то есть про какую-то историю, то есть, например, какой-то мальчик, у него компьютерная зависимость. К чему это может привести, ну, то есть что было до этого, и когда вот он стал играть в компьютер, к чему это может привести. И также вот у нас есть люди, которые дают совет, то есть это учителя на эту тему, могут психологи также, которых мы просим сняться в нашем фильме, то есть они дают именно совет. Kaupo. Jaa, selline küsimus, et kuidas te oma toodet müüte, et ma sain aru, et see toimub füüsilisel kujul plaatidena või te müüte kuidagi ka onlainis? Мы хотим сделать диски именно, то есть на одном диске, например, если есть компьютер-зависимость, то есть там, например, зависимость от компьютера, от телефона, и вот, то есть сделать одну диск именно с каких-то частей и продавать именно диск. А у многих компьютеров нет этого, куда этот диск сунуть?
Тогда они что, на фляжке или онлайн-шопинг? Или? Нету. У меня искать, нет, поэтому спрашиваю. А, ну, я думаю, что в школах есть везде диски, где вставлять. Эва. Костель, ну, помните, как и Валь, миска. Да, у нас уже снят один фильм. И куда с ним так осите? Ну, хотят уже купить в некоторых школах. Esimesed kunded olemas, täname meeskonna, see on Davladida. Olge vastu.